Меня зовут Лена, я из команды «Матрешки in Jazz», и мы представляем джаз в России. Я танцую достаточно давно, наверное, уже лет 12. Я никогда не верила, что можно танцевать на профессиональном уровне, если ты не занимаешься этим совсем рано с детства. И для меня это была такая недостижимая мечта, к которой я пришла только потому, что всегда любила и всегда хотела танцевать, и в какой-то момент поверила, что можно попробовать.